Заседание штаба открыл и провел губернатор Алексей Русских. Глава региона поздравил ульяновцев с наступающим праздником, подвел краткие итоги года, обозначил важные достижения и озвучил показатели, достигнутые Ульяновской областью в 2023 году. В целом нам удалось справиться со всеми трудностями и реализовать намеченные планы, в том числе благодаря федеральной поддержке. Мы видим качественный подъем региональной экономики. Индекс производства в январе-октябре 2023 года составил 110,7%. Растут показатели производственного и промышленного потенциала предприятий региона. Завод «Авиастар» наращивает объемы выпуска Ил-76 МД-90А. От общих итогов года перешли к оценке результатов по отраслям. В Ульяновской области успешно реализовали федеральный проект формирования комфортной городской среды. В 2023 году на эти цели было направлено более 800 миллионов рублей, благодаря чему удалось многое сделать. Мы благоустроили 88 дворовых территорий, 17 общественных пространств. Еще одно общественное пространство – это театральный сквер. Мы планировали также завершить в этом году, но в связи с тем, что понадобились дополнительные работы с привлечением археологов, мы перенесли этот объект на следующий год, и в следующем году мы его завершим. От итогов перешли к планам на новогодние каникулы. Обсудили занятость и безопасность школьников. В каждой образовательной организации разработали свой план мероприятий. Для нас в мониторинге важны несколько направлений. Это праздничные новогодние мероприятия на уровне школ и за пределами организации, содержание, выезды школьников и организация занятости. Насыщенную праздничную программу на новогодние каникулы подготовили в Министерстве искусства и культурной политики. С 30 декабря по 8 января в ведомстве работает горячая линия по телефону 73 70 37. С 20 декабря в учреждениях культуры начали работать онлайн-резиденции Дедов Морозов. Они принимают заявки на поздравления детей. План новогодней кампании, в том числе занятость наших детей, сформирован, размещен на официальном сайте министерства и в группах в социальных сетях с указанием сроков проведения форм краткого содержания и доступности приобретения билетов по пушкинской карте. Министерство спорта приглашает ульяновцев провести время с пользой для здоровья в спортивных клубах и на свежем воздухе. В новогодние праздники в городе будет работать 372 спортивные площадки, включая 235 хоккейных кортов, 13 стадионов и ледовых полей, 4 крытых арены. В городе Ульяновске будут функционировать 100 ледовых площадок, из них Министерство физкультуры и спорта обеспечит работу на 5 из них. Это ледовый дворец «Волга Спорт-Арена», спортивный комплекс «Танкостроитель», «Фокс-Союз», «Фок-Лидер» с искусственным домом и отдельной хоккейной площадкой. Также на экспонате по краевому движению до площади Соборная заливается уже каток. В Ульяновской области в новогодние праздники будут следить за безопасностью. Этим займутся 300 полицейских, 30 сотрудников Росгвардии и 440 народных дружинников. Жителям региона также предлагают провести каникулы с пользой и принять участие в акции всей семьей. Для этого нужно все делать вместе с семьей и выкладывать фотографии в соцсети ВКонтакте и Одноклассники с хэштегом «Всей семьей 73». Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Олправда ТВ.